Папу зовешь? Ну, зови громче. Кричи, где папа? Еще громче зови, не слышит он тебя. Молодец, кричи. Да, где папа? Папу повезешь, да? С мамой? Ну. Двигайся. Рулить будешь? Давай рули. С кем ты здороваешься-то? Здрасте. А, я думала, ты с чужим с кем-то. Я поняла. Видишь, как ты соседей узнаешь. Молодец. Дядя Азамат, да, с тобой поздоровался? Не надо. Ты пойдешь со мной по делам? Пошли. Пойдем. Иди сюда. Иди. Сюда пересядь. Давай, иди. Иди. Иди сюда. Вот молодец. Посиди в это окошечко, посмотри. Аккуратненько только, ладно? Аккуратненько, да. Поохраняй баночки, как слон в посудной лавке. Давай. На место иди. Сядь аккуратненько. Вот, сядь. Да, я знаю, что ты умница, знаю. Ты мой золотой, ты мамин. А зачем ты украл? Тебя что, не докармливают, что ли? Ой, я ж тебе сказала, сейчас разогрею. Ой, но это уже прям, знаешь, это уже обезьяна, это не ребенок. Это уже прям голимая обезьяна. Пришел, стырил картоху, холодную, непогретую, запихал. Молодец, да, Сём? Стыдно так-то тебе? Ну, ответствуй. Стыдно. Очень на это надеюсь. Ну вот, садись сюда. Давай я тебе вот сюда положу тарелку. Давай. Вот тебе картошка, редис, огурец. Да, ты пока ешь, а я сейчас мясо разогрею. Хорошо. Да. Будешь пробовать? Ну, бери. Это называется ленивый голубец. Вкусно тебе? Кушай. Угу. Еще будешь? Не отвлекайся. Успеешь. Поработаешь. Еще будешь? Не хитри. Вот так. Еще дам? Вот. Кушай, наедайся. Да. Молодец.